Приветствую всех, дорогие друзья, с вами Ромулус, и вновь мы ринулись в битву со стихией, в битву за нашу будущую победу. Итак, у нас много чего уже возведено, и нужно завершить строительство последней глиняной шахты. Место такое пожирнее бы найти. И дабы это легко осуществилось, поможем вырубить максимальное количество деревьев. Так, поздняя осень сейчас. Мы можем, наверное, продолжать собирать всевозможные явства. Так, братцы. Вот так вот поступим мы. Нам нужно как-то закрепиться на этом поприще. Стараемся осуществить все наши цели. Так, отлично. Достаточно быстро мы, наверное, добудем все необходимое нам дерево. Так, благодаря тому, что множество работников освободилось, мы быстро сумеем возвести необходимые нам конструкции. Лес будет нашим. Так, на шахту мы собрали большую часть леса. Нам остается собирать меньшую часть и приумножать наше богатство. Ближайший кризис, который я предвижу, это недостача инструмента. Да, вещь действительно серьезная, и с ней надо будет как-то поработать. Пока займемся работой. Есть у нас две шахты, нужно их запустить в работу. Так, братцы, скоро у нас должно быть много всевозможных ресурсов. Так, дерево продолжает сноситься. Но сперва я займусь, наверное, инструментом, после же все остальные ресурсы будут востребованы. Так, что у нас тут по ресурсам? А по ресурсам у нас все более чем хорошо. Только вот еды у нас плоховато, как-то мало.
Ну ладно, переживем как-то в эту зиму, а там выживем. А главное, на подходе у нас 7 людей, которые станут полноценными взрослыми работниками. И ударными темпами поведут наше общество вперед. Наступит долгожданное событие. У нас появится поле. Да, ну что-то с шахтой затягиваются обстоятельства наши. Да-да-да. На такое количество людей нам нужно гораздо больше пищи. Ладно, добавим охотников. Здесь может понадобиться еще. И еще мы построим поле. Так. Ну что, кое-как до дерева мы все-таки насобирали, но вот с рыбой и с мясом туговато у нас получается. Сложно становится содержать такое количество взрослого населения, 9 детей на подходе к тому, чтобы стать полноценными гражданами. Зима потихоньку дает задних, и мы будем готовы к этим новым изменениям. Так, братцы, достраивайте же уже. Страдают наши работяги. Так, ну, наконец-то ускорим темп, завершим этот процесс. Поздняя зима. Нужно до весны как-то завершить строительство глиняного карьера, засеять сено и приготовиться к новым плодам нашего труда, которые должны обеспечить нас так много в чем.
Так, еще чуть-чуть и мы соберем. Но срочно нужно заниматься инструментом. Без инструмента нам, походу, не выжить. Так, три работяги занимаются сооружением глиняного карьера. А вот денег у нас совсем не хватает. Точнее, каких денег? Еды. Еды нам не хватает. Так, братцы, 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 ну что же вы меня так подводите? Так, собирателя будет, охотников меньше станет, пусть. Или вообще уберем пока охотников. Ну, в общем, как-то нужно двигаться вперед. Это совсем не годится. Карьер наконец-то будет готов, и глина тоже появится на наших полках. Полках наших складов. Так, братцы, здесь мы тоже сейчас завершим строительство поля и сразу же приступим к созданию, чего бы вы думали, инструмента. Инструмент — это залог дальнейшего нашего развития, а хороший инструмент — это быстрый залог этого развития. Поэтому будем торопиться. Так, эффективная скорость, дожди, идущие сквозь дома. Вот она, весна. Давайте. Кузня. Отдавайте, отдавайте, пусть у нас больше людей будет содержать наш домик лесника, и мы будем иметь постоянную подпитку дров. Сено, сено, сено. А у нас с сеном все хорошо. Так, ну давайте, наверное, железо немножко тоже соберем. Не помешает. Здесь у нас в прибрежной зоне будут сосредоточены первые наши трудовые ресурсы. Как видите, в остальных местах здесь практически равнина. Не везде, правда, но во многих местах. Там мы сумеем тоже построить город, и здесь можно его эффективно
возвести. Ну, в общем, посмотрим, в какую сторону будем развиваться. Главное, чтобы это привело нас к ожидаемому результату. Так, так, так. Главное, что запасы нашей пищи продолжают возрастать. При таком вот немаленьком скоростном обороте. Все трудятся на наше благо, на благо нашего народа. Эх, братцы, братцы, не хватает нам сена, совсем немножко не хватает. Так, все на стройку. Кузня, кузня, и только она нас сумеет спасти в данной ситуации. Так, что нам тут еще потребуется? Потребуется нам угольная печь обязательно. И плавильня. Так, понеслась. Жара. Да, это жесть на самом деле, собирать такое количество ресурсов. Мы развиваемся в геометрической прогрессии. Как видите, наш амбар стал центром сосредоточения жизни в этом селении. Все просто, и даже животные стремятся попасть в это место. Несмотря на наличие охотников под боком. Так, замечательно, в кузне у нас появится сейчас работяга. В любом случае, производство инструмента неизбежно для нас. Мы уже насобирали 851 единицу, даже 871 овощей. Вот это да.
Так, на дрова поставим дополнительного человечка, ибо их станет меньше. Да, пока что единственное, чего нам не хватает, так это дерево. Как только вопрос с деревом будет решен, считайте, мы победили. Да, кто бы думал, вот шажок маленький до победы остается, а все-таки мы его не делаем. Так, есть дерево. Ну, не подведите меня, дорогие мои. Очень хотелось бы уже иметь инструмент. Без инструмента нам будет тяжко. Наверное, склад еще не помешает где-то здесь иметь, ибо работникам далеко ходить. Это неудобно. Ставим лимит некоторых ресурсов. В большом количестве мне не нужны. Отлично. Ну что ж, ждем производства инструмента. Как видите, данная серия будет посвящена именно этой тематике. Запустить данное производство, не организовать эффективно работу склада. Ну, возможно, построить и несколько зданий новых. С пищей у нас проблематично обстоят дела, надо как-то это все выравнивать. Так, а вот сена у нас на этот сезон немерено стало. Так, поразительно, уголь производится. Так, сейчас и плавильня заработает. Ну, братцы, давайте, трудитесь. Дорогие мои друзья, вот не хватает здесь склада. Как ни крути, все на складе завязано. Ладно, придется поставить склад. Видите, как не пытался я избежать этого, а не получилось. Склад нам необходим. Так, братцы, первый инструмент появился на наших рынках. Славно. Смотрите, мы обошли производство простого инструмента, сразу перешли к улучшенному. А все благодаря тому, что мы вовремя построили себе экономическую опору в виде шахт. Да и много чего еще. Пока что нам может угрожать голод. Ну, собиратели справляются на настоящий момент. Осенью, наверное, изобилие всевозможных плодов, корней, ягод. И все благоволит тому, чтобы мы собирали как можно больше ресурсов. Ох, такая граждан много. Взрослила. Так, понеслись. Прикольно на общем фоне видеть, как валятся деревья.
Хотя не знаю, даже в компьютерной игре как-то жалко их врубывать. Экономика, экономика, вот жизнь вещь бесценная. Так, вот мы практически и насобирали ресурсы на постройку нового склада. А что наш инструмент? Не хватает там кое-чего. Ну чего, сейчас все заработает, как только склад в близлежащем радиусе будет возведен, все процессы ускорятся. Смотрите, у нас есть инструмент, который тут же поглощается нашими жителями. А это славно. Это большой шаг к победе, это большая попытка взять все-таки контроль и ответственность в свои руки. Так, за жизнь наших поселенцев. Ну, когда склад будет возведен? Так, походу собиратели более неэффективны. Все в охотников. Да, четвертый год зимы, а у нас уже 22 гражданина. Вот все идет на пользу. Бери, развивайся, строй города. И это всего лишь начало. Начало, можно сказать, мы займемся тогда, когда мы сможем произвести все виды ресурсов для себя. Вот это уже будет славно. Займемся выращиванием пшеницы. А это уже совершенно другие деньги. Пшеница может дать поистине независимость и возможность прокормить большое количество населения. Ну, так мне кажется. Я этого еще не видел. Кажется, все-таки должен наступить момент, когда мы победим. Победим и построим этот склад. Так.
Ну что, совсем немного остается до возведения склада. Целую зиму пришлось ждать этого события. Так, в кузнице у нас есть чугун. Чугуна у нас стало немало. Вот чего нам не хватает, так это дерево. Отлично, 6 инструментов у нас есть, есть излишки. Давайте, давайте построим дом. Не знаю, дом не дом, можем вырубить лучше несколько новых лесов. Дерево нам нужно в большом количестве. Может быть, даже давайте построим здесь хижину лесника. Это будет очень полезно. Так, хижину лесника и добытчика. Ладно, пусть хотя бы хижина лесника здесь будет. Так, братцы, ну что ж, на этом, наверное, завершаю данную серию. Как видите, у нас все успешно проходит. Так, мы займемся здесь выращиванием чего бы. Давайте травы еще раз. Или нет, давайте лен вырастим на этот год. Так. Как видите, наш городок продолжает успешно развиваться. И далее мы будем осваивать ближайшие регионы. Выращивать множество наших новых сограждан. Создадим, наверное, несколько полей, которые позволят нам прокормить значительно большее количество населения. И будем в дальнейшем развивать все отрасли хозяйства нашего общества. А с вами был Ромулус. Благодарю всех за внимание и до скорого!